Я не знаю, как вы, ребятушки, но а я только что заметил, что у нас с тобой внизу, если обратишь внимание, вот здесь вот слева и справа лента двигается. Тут у нас с тобой не только советы, я просто понял, как бы из чего эта лента состоит. У нас там мужик очень что-то далеко упер в темноту, вообще бесстрашный какой-то. А, лента у нас с тобой, это же либо изолента, варианта два, либо это у нас с тобой, знаешь, что это за лента? Это у нас может быть лента... Как она называется правильно, лента это? Это у нас с тобой еще вариант как скотч. Да, такой белый, непрозрачный, двусторонний. Либо еще вариант у нас с тобой может быть то, что это... Не, еще вариант то, что это кассетный, может быть. Кассетная лента. Либо еще вариант это то, что у нас с тобой это пластырь, может быть. Короче, это лейкопластырь, походу. Такие лейкопластыри, кто не видел. Ну, там, правда, другая туба. На другой тубе они намотаны были. С одной стороны еще зеленый, по-моему, был, да, как бы с другой белый там. Ну, короче, ладно, не суть важна. Ну что ж, друзья мои, заражение. Итак, ребятушки, мы с вами движемся дальше. Сквозь огонь. В руках моих врагов, в руках предателя Лесницкого. Я не помню, кто такой Лесницкий, честно признаюсь. Вы уж простите, ребятушки, что он такой, задыхается, походу. Противогаз бы не мешало бы, наверное, надеть, если он задыхается. А с тобой я так чувствую все-таки, что все близится как-то к завершению, да? А, вот это, короче, вот этот луч тут самый есть надежды, как я понимаю. Ну, типа как... Это вступительный видеоролик, по-моему, был, насколько я помню... Когда Last Light только до его выхода, как там показывали, как он там все брал, поднимал. То есть руками взаимодействие было с предметами, с оружием там, со всем и так далее. Или я что-то путаю. Или я что-то путаю, возможно, это было про другую часть показано, про Exodus, возможно, было показано. Ты чё? Кто там? Кто там? Подруга? Подруга? Ложишься. Заражение. Ты чё? Братан, сейчас ты у нас заразишься раком легких. А где дым? Чё дым? Забыли нарисовать. Подруга? А, с ней нельзя разговаривать, то сейчас нас палят. Убег куда-то. Все убежали. Ну и ладно. О, крыски. Мышки. Переветик. Ух ты. Простых людей убиваете. Коммунисты называются. Да, это явно не коммунисты, я вам скажу, ребята. Руководство красной линии не допустить распространения эпидемии. А вы все заражены. Какая эпидемия-то? И прекращая ваше мучение, мы как раз спасаем простых людей всего остального метро. Что за бред они несут? Короче, они чистят метро от ковида, я понял. А я не понимаю. Давай, кончай его. А я не понимаю, чем заражены-то? Как бы... Походу, вместо тестов на ковид они вот такие вот методы используют. Как только кого-то видят без противогаза или без маточки на лице, они расстреливают. Это новые, ребятушки, метод борьбы с коронавирусом, я так понимаю. В 2033 году... Черт, сапог изговнял. Вот же не везет. Да что ж теперь? Ух ты ж. Ладно, вернемся, карболкой зальем. Ну, тогда пошли, что ли? Знаешь, давай лучше закурим пока. Руки дрожат. Да. Да и на разгрузку сейчас совсем не вмогатель. По обычным-то людям стрелять. И без нас справиться. Ну давай, раз такое дело. Мне тут еще обмозговать хотелось. Как это мы так быстро?
Да, тихо. Как же оно получается? Пока проверили, пока приказ то-сё, пока прошло со склада инструктаж, довольствие. Это неделя, как ни крути. Ну и что? А вот что. Мы же на второй день уже здесь были. Они же помирать еще не начали. Но. Вот оно как. Дошло, неужели? Ты это, вот что. Эти свои догадки лучше при себе держи. Кто там, что там? Наша брат-хата с краю. Понимаешь? Да. Какой у тебя противогаз моднявый с двумя трубками. Можно было бы тебе одну в рот бы засунуть, вторую в задницу. Потому что по обычным людям палить это такое себе дело. Самое, по-моему, последнее. Спокойной ночи. Не знаю, как он, правда, ему противогаз так прошиб. Мы можем просто вот так сделать. Все. Отдыхаем, братан. Понимаю, больно, сами виноваты. Надо было по мирным людям стрелять. Можно было, как я понимаю, все-таки успеть его, наверное, спасти, подойти, этих гасануть. Но мы с тобой не успели, нам нужно было чуть просто побыстрее двигаться, если бы кто знал. А еще у нас с тобой есть возможность сделать сейчас? На вот эту винтовочку. Во, на все патронов-то много. Не знаю, как бы, какой у него, правда, баллон, прокачанный, не прокачанный. Вроде, по идее, прокачанный должен быть. Все нормально. Вроде не сдувает. Должен быть не дырявый. Видишь, у нас твоя стрелка. Сколько там барой? 12, это бар? Ну, давление, как бы, в барах же измеряется, бары. Если это бар, то это трындец, там какое давление. Подруга. Рыжая. Вставай, рыжая, бесстыжая. Они просто подумали, что в ней бес, поэтому, походу, ее и расстреляли. Бывает. Разговорчики рядовой. На разгрузке не хватает людей, так что бегом за этими двумя. Так, у нас с тобой лазер светит, часть лазера сквозь... видишь, сквозь коробку, смотри, сквозь коробку целится. Ты бы еще погромче сказал бы, он тебя точно бы спалил. Биохазард опасно. Смотри, значок сделали. Взяли из резидента Ивола. Я не понимаю, кто чем заражен-то? Какой-то странный у них ковид, мне так кажется. Ну-ка. Дрыньк! Отдыхаем. Походу его спалят, я так думаю. Так, нам как подниматься? Можно, знаешь, что с тобой сделать? Откуда? Все, отсюда свет шел. Наверное, спалят меня, да? Вот там спит. То ли спит, то ли плачет, то ли рыдает, что там происходит. А, ну руками глаза закрывает. Что у меня случилось-то? Понимаю, он заснуть пытается, что с ним происходит-то? Опа, тихо. Нам сейчас в табло ему просто дадим и все. Как подходит? Можно было бы ему радио включить. С вами радио Маяк. Вышла дичь номер 8. Сейчас мы смотрим, он что-то ящики какие-то носит. Доставка, походу. Доставка первым экспресс-класса. Какой противник-то? Да вы о ком? Какой противник-то? А, это был враг, оказывается. Я думал, этот свой там плакал, сидел, рыдал. Ты охренел, что совсем... Слушайте, я хотел как-то скрытно попытаться пройти, ну ладно. Не получилось, так не получилось. О, здрасте! Ой, трындец, сейчас что-то бахнет. Бабах! Вообще, по-хорошему развести должно было на части.
исходя из... Товарищи! Товарищи! Биологическая угроза ввиду вирусной эпидемии. Ух ты, кусок пирога. Здрасте. О-о-о! Вспомнил. Сразу я... Страйкбол сразу вспомнил. Там взрыв такой же примерно. Громкости был. Бахало так, я тебе скажу, что прям... Люто. Как реальная гренка прям. Бахало. Хорошо, закрытое помещение. Где-нибудь в заброшке, когда взрыв происходит. Четко прям. Такой кайф. Мы с тобой зарядим баллон. Ну-ка. Сколько у нас патрон осталось-то? Маловато будет. На это пока что возьмем калашек. Так, что там? А вот стреляют. Ну-ка, посмотрим. Ух, трындец, ни хрена себе, здрасте, приехали. Кого кто зажигательный выбросает? Совсем что ли дураки? А, они всех сжигают, походу, у нас с тобой. Что-то там трендос какой-то, какая-то зеленая у них там химия, что-то распространилось, видишь, что происходит. Можно было, конечно, раз все это обойти, я так понимаю, да? Опа, тихо. Не надо. Не надо печалиться. Поляшкам тики. Подливай, воняй. Ты чё, братан? Чё у тебя с лицом-то? Всё какое-то лицо в говне. Не, ну здесь-то мы уже ни при чем. Что у него лицо-то в говне. Не мы же его запачкали. Здесь-то лампочка должна быть, вон она. Всё-таки в конце концов динамическое освещение. У нас с тобой это метро. Last Light Redux. А не какой-то самый первый сталкер. Со статическим освещением, то там динамическое можно включить в настройках. Немногие это делали. А очень напрасно. Динамическое освещение намного красивее, чем статическое. Освещение прям лютое. Всё, фильтр пошел отсчет. Кто-то захрапел, походу. Ну-ка. У этой вообще пусто. Ковыряешься тут. Ну-ка. Пусто. Нате в табло. Пусто выросла капуста. Все. Спать. Что нехрен ковыряться. Ни на других каких-то челиках, ни в жопе пальцем. Зачем ему кнут нужен, не понимаю. Что за бред? Какой-то мужик нарисован непонятный. Какой-то фуфел. Ребята, вы живые? Да хоть кто-нибудь. Что тут? Капитан Ржавин зацепило. Да. Жизнь, боль. Заражён. Открытая рана. Досадно. Ну трындец. А здесь вообще патронов нет. Здесь вообще патрон нету. А чё за бред? Он не... стёкла разбивать не умеет. Чё? Подожди, дай поменяю. Вроде же кто-то тут. Где-то... Кто там? Ух, ух, вас народу здесь. Чё они, мой лазер не видят, что ли? Знаешь, что мы сейчас сделаем с тобой? Что мы можем вот так вот сделать? На тебя! На тебя! Вообще не должно быть все загореться, как бы, если что. На тебя! Отдыхаем! Чё, чё, сгорели, ребята. Чё, что ли? Какая лютая... Да хорош-то! Лютая пневматика, ребята. Тренда, прикинь, смотри, что делает. У него спецэффекты физикс, посмотри, сколько камушков
высыпалось. Улучшенный физикс. Улучшенный физикс называется. И вот это вот все очень люто видюху нагружает. Охренел, что совсем там. Конечно, больно. А кому же не больно, братан? Не забывайте, несмотря на 2033 год, вы все равно в России находитесь. В Москве. От этого жизнь более быть не перестала. Я скажу, детишки какие-то. Такой звук, как будто кто-то храпит. У нас гости! Как будто кто-то храпит здесь. Ой, батюшки мои, ни хрена себе, смотри, баллончик, баллончик. Бабах! А чё, он все равно жив остался? Ты серьезно, что ли? Дичь какая-то. Я не понимаю, что здесь за вирус распространился? Что за бред? Ну-ка нахрен. Все. Кино не будет. Сладких снов вам. А можно было просто пройти вниз сюда. Все. Темно. Они меня не должны увидеть вообще. Здесь темно должно быть. Тихо, тихо, не пищите. Спалят же. Вот и все, товарищи. Перезарядочка. Давай, братан. Ты мне, как говорится, я тебе. Спокойной ночи. Не успел, видишь, как только посмотрел фонариком, сразу в табло прилетело. Дрынк. Дрынк. Все. Изи-бризи, ребята. Годы тренировок для такой стрельбы-то надо было. Ну а нахрен. Видал, как дверь вышибли? Что ж, я сам чуть не обосрался. Ребят, вы как, нормально? Че с ними так-то? Ну нормально у них что. Всего лишь лица обгорелые. Ну да, глаза у них черные, слипшиеся. Ну блин, у кого-то... У кого-то жопа слипается, у кого-то глаза, но меньше сладкого надо просто есть, и все. Чтобы ни глаза, ни жопа не слипались. Все. Ребят, принцип жизни. Мне ж много сладкого, ничего у тебя не слипнется, ни глаза, ни жопа. Как говорится, глаза, ни жопа, завяжи, да лежи. И все. Меня пропустят? Нет, вообще интересно. Ай, батюшки мои, ни хрена себе. Там какая-то лаборатория у нас там, туда не пускают. А как-то пройти, наверное, здесь поверху, да? Наставишь значок пешеходного перехода. Медали. Как говорится, крути педали, пока не дали. Крути медали, пока насрали. Подруга, ты куда заползла-то? Думаешь, тебя там не найдут, что ли? Спряталась куда-то, короче, она под этот... Под стол залезла. Прикинь, что сделала баба. Слушайте, от налогов ты даже, если скажу, от налогов ты сюда не спрячешься. Он спалит. Это самое. А что вообще случилось? Где у них вообще охрана, я не понимаю. Где? Почему охраны нету? Почему никто не посмотрел? Вон на гитаре давай сыграем. Перебор. Давай. Это уже перебор. Братан. Начальник станции, походу. Ну, пускай отдыхает, спит у него. Был тяжелый рабочий день у меня. А ключ я нигде не нашел. Так что, к сожалению, открыть мы с вами ничего не сможем. Жизнь, боль. Печаль, беда. Все. Сладких снов. Ребята, в противогазе. Пускай спят все. Вот, что-то здесь вообще здесь какой-то пожар случился. Теперь зажгли. А где вообще МЧСники? Так, куда нам? Что за эксперимент? Видишь, какой-то эксперимент устроили. Так точно. На людях. Все, давай, братан, спи. А что за вилку повели? Да это Лесницкого бабец. Ну типа сговоров с орденом. Не девка, а бабища. Поуважительнее к женщине относимся, товарищи. Сейчас мы вам лещей-то всем навешаем. У нас какие-то кусты растут. Упс, тихо. Диск, видишь, у нас с тобой крутится, диск.
Что есть правда, диск не понимаю. Каким боком? Можно было бы прям промеж глазенок. Так сказать, подпальнуть. Под нас ратушки сделать. Тихо. Френдос. Это вам не остеохондроз. Всё нахрен. Все, провод перерезали. Бывает чё. Видишь, они даже ничего не заподозрили, вдруг электричество пропало никуда. Типа вообще не должно быть ничего видно. Здесь кругом, блин, одна. Ну-ка нахрен, спать. Прям на друга на своего, блюй. Живой, прикинь. Ни хрена себе. Бачки мои. Трындец. Это жесть какая-то. Понимаю, тут уже вообще ничего должно быть не видно. Ну, по идее, по крайней мере. Ну, идея такая штука. Жесть, не смотри прям. На нахрен спать. Все, мужик. Мужик ваш сгорел. Вместе с черепами. Вместе с костями. Так, что нам делать? Подожди, сейчас мы... Опа. Что такое? Ты охренел, что ли? Совсем? Блин, что-то... Случайно, ребята, палево. Случайно спалился я. Я не хотел, простите. Он сгорел. Кто там задохнулся, походу, да? Без противогаза-то. Музыка играет. На теплоходе музыка играет. А тут бандюка, чё-то все сгорает. Бандюга все наше угорает. Рендос. Вообще ничего не видно. Куда-то попадаем, куда попадаем, непонятно, вообще ничего не видно. Походу попал, да? Чё, всех что ли вырубил? Прикинь. Чё, огонь прям, короче, вообще... Как сказать, впустую... Ой, тихо. Огонь, короче, вообще... Куда-то... Куда-то палю, куда палю, не знаю. Сам. Братан, ты как здесь? Нормально, а у нас сральники помер. Бывает. Ух ты ж, батюшки мои. Всю дверь расфигачил. Кто кого прижал еще, братан? Что-то как-то... Тебя, походу, прижало к полу. Ой! Сейчас как баллончик твой бахнет. На нахрен. Они сами себя убивают своими баллонами. Кислородными. Я никого даже вообще не трогаю. Ты посмотри. Да как меня видят? Конечно, вы теряете людей, потому что они у вас... Дегенераты ходят. Ты куда там? Тихо. Фильтр. Куда там кого прижал, товарищ? Обосралкин. Ай, батюшки мои. Жгут. Ой, завалилось. Ни хрена себе. Прибором на что увидеть? Смотри, с ПНВ ребята прибежали. Да вы чё, блин, охреневший что-то совсем? Это вы напрасно. Я хотел вас пожалеть. Теперь жалеть вас никто не будет. Прям в очки им надо нахрен. Вот так вот прям. Все, ребята. Обосрались. Вижу тебя. Хотел их пожалеть, но жалеть больше не будем их, ребята. Потому что они слишком наглые. Чересчур, причем с потолком и больше. Что-то все обваливается. Что за жесть? Да хорош ты. Они все сожгли, ты посмотри, что они сделали.
Какой-то эксперимент устроили. Всех, короче, сожгли, трындец вообще. Оп, баба! Ты чё, слышь? На тебе в табло, спать! Ты чё? А, лол, а если... Трындец. Зачем? А чё такое? Сделал? Так я пальнул в него, а чё я сделал-то? Надо успеть. Чё я сделал-то? Так я же ничего не снимал. Давай, подруга. Ганза. Подруга, давай, поднимайся. Беги, давай, двигай ляжками. Подруга. Трындос все обваливается. Так я же в него пальнул. Как у меня противогаз разбился? Что за бред? А сколько они бежали-то? Артём. Противогаз, скорее. Можно было снять противогаз и бабе отдать. Короче, он искусственное дыхание, походу, сделал. Ну, ладно. Но, ребятушки, эпидемия у нас с вами только будет в следующей серии. Октябрьская у нас с вами. Так что мы узнаем с вами, что будет дальше только в следующей серии, да? А сегодня пока что все. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, рассказать друзьям. Огромное спасибо за внимание. До новых встреч. Скрутите, не переключайте. Будет очень все крутого и не менее интересного. Голосом вашего ранка. Спасибо за внимание. И пока-пока, ребятушки. Не переключайте. Всего вам дальше. Гайда, ФСП, все круто смотрите у меня на канале. Всем пока.